плохо без горячей воды? Очень даже плохо, как без воды, без горячей воды. Ну куда деваться? Каждый год отключают. Всю прелесть жизни без горячей воды жители Нового Химаша, именно они попали под удар первыми, ощутили в первый же день. На протяжении 2 недель горячая ванна для этих людей будет пределом мечтаний. Что уж говорить об обычном умывании, мытье посуды или купании ребенка. Отключение горячей воды – процедура ежегодная, но от этого не менее болезненная. Ежедневный распорядок дня – это вносит свои коррективы. С 8 июня к жителям Нового Химаша присоединится и Химаш Старый. В июле с 13 числа та же участь постигнет жителей Светотехстроя. Центр города разделили на 2 части. Первую с проспекта Ленина до Ботевградска отключат от воды уже 25 мая. Вторую от улицы Ботевградской выше с 10 по 24 августа. Кроме жилых домов, на определенное время без воды останутся Мордовский государственный университет, дворец спорта, 3-й роддом, горбольница номер 3 и инфекционная больница. Больницы ее так не оставишь никак. И делают переключение, подключают к другому источнику, так что они обязательно будут с водой. Но если общественным зданиям подключение к альтернативному источнику воды не доставит проблем, то людям приходится прибегать к народной смекалке. В ведре кипятим. Помылся перед тем, как сказали, что будут отключены. И ждешь, когда будет включен вода. Но и в отключении горячей воды горожане находят свои плюсы, ведь не будет ее всего 2 недели, а не 3, как в других городах России. Алла Филипчук, Евгений Мартынов, Вести Мордовия.